привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 июня, и я хочу показать вам те сорта томатов, которые очень хорошо завязали плоды и налили кисти. Потому что для получения раннего урожая почти самое важное – это правильно выбрать сорт. Все знают, что не все сорта в неблагоприятных условиях завязывают плоды, наливают кисти, образуют, вот формируют кисти. Это очень важно для того, чтобы именно чуть пораньше получить урожай. Вот у меня сибирские регионы, когда я высаживала, все видели, какие были тут условия. У нас было холодно, потом и снег, и град, и все на свете. И некоторые сорта до сих пор еще стоят, ну, как бы ни туда, ни сюда. А вот половина сортов очень хорошо завязали кисть, уже сформировали плоды. Вот это вот госпожа Удача. У нее уже первая кисть. Очень хорошо сформирована. Вот рука моя. Ну, я не могу подлезть, она плотно сильно. Ну, сформирована она уже на 50%. Так что думаю, что в июне я получу с ней урожай. Длинные видеоролики мне сейчас некогда снимать, потому что у нас, у сибирских огородников, первая декада июня это самая горячая пора, когда мы высаживаем в открытый грунт. И томаты, и огурцы, и баклажаны, и все, что у нас еще пока что не высажено. Поэтому я сейчас пройдусь по всей теплице и прям сниму очень-очень короткие ролики. Просто название сорта и показала плод. Название сорта и показала плод. Для того, чтобы когда я потом буду говорить, что вот эти томаты могут уже в начале июня, в первой декаде июня в сибирском регионе, конечно, в условиях теплицы, но все равно сформировать плод и дать урожай в июне. И в подтверждение этому могу как показать вам вот этот видеоролик. Вот это госпожа Удача, сибирский сорт. Все, до свидания. Посадив этот сорт на будущий год, вы сможете уже в июне, даже в холодном регионе, но в условиях теплицы, конечно, получить первый урожай.